Здравствуйте, ребята! И сегодня с вами проведу я, учитель химии Балашова Ольга Юрьевна. Тема нашего урока – понятие о высокомолекулярных соединениях. Цель урока заключается в том, чтобы изучить понятие о высокомолекулярных соединениях, их классификацию, свойства, строение и способов получения. Высокомолекулярными соединениями, ВМС или полимерами, называют вещества, которые имеют большую молекулярную массу, состоящую из множества повторяющихся структурных звеньев. Какие же понятия связаны с высокомолекулярными соединениями? Это понятия «мономер», «структурное звено», «степень полимеризации» и «молекулярная масса». Познакомимся с каждым из этих понятий отдельно. Что же такое мономер? Мономер – это низкомолекулярное вещество, из которого синтезируется полимер. Структурные звенья – это многократно повторяющиеся в макромолекуле группы атомов. Степень полимеризации – это число N в формуле полимера, показывающая, сколько молекул мономера соединяется в макромолекулу. Молекулярная масса макромолекулы связана со степенью полимеризации последующей формулы. Молекулярная масса макромолекулы равно молекулярная масса звена, умноженная на число n, где n – степень полимеризации, а mr – это молекулярная масса. Полимеры можно классифицировать различными способами. Они делятся на природные, к которым относятся минеральные, растительные, животные полимеры, и химические, к которым относятся искусственные и синтетические полимеры. Также классификация полимеров может проходить по различным признакам: по структуре макромолекулы, по типу реакции получения, по происхождению, по природе, в зависимости от состава основной цепи, по отношению к действию повышенных температур. И познакомимся теперь с каждой из этой классификации отдельно. Классификация по происхождению. Как уже было сказано выше, полимеры классифицируются на природные, искусственные и синтетические. Природные – это натуральные или естественные полимеры. Искусственные получаются путем химической обработки высокомолекулярных соединений натурального типа. Синтетические синтезируются же из отдельных полимеров. Классификация по природе делится на органические, неорганические и элементоорганические. Органические, в их состав входят атомы углерода, водорода, азота, кислорода и другие органогенные атомы. Неорганические, к которым можно отнести соединения на основе серы, кремния, фосфора и других неметаллов. Элементы органические содержат цинк, углерод, магний, медь, а также кремний и фосфор. Классификация по типу реакции получения. Здесь полимеры делятся на полимеризационные и поликонденсационные. Полимеризационные полимеры получают из низкомолекулярных соединений мономеров с помощью реакции полимеризации. Поликонденсационные же полимеры получают также из мономеров, но только по реакции поликонденсации, где побочным продуктом является вода, спирт и другие соединения. Классификация по отношению к действию повышенных температур. Термопластичные полимеры и термореактивные. Чем же они отличаются друг от друга? Термопластичные – это высокомолекулярные соединения, изменения свойств которых при нагревании носят обратимый характер. Они обратимо твердеют и размягчаются. К таким полимерам относятся полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиамиды, поликарбонаты. Термореактивные полимеры
это высокомолекулярные соединения, переходящие при нагревании до определенных температур в неплавкое и нерастворимое состояние. Его нельзя возвратить в вязкотекущее состояние нагреванием или растворением. К таким соединениям относятся фенолформальдегидные, меламиноальдегидные и эпоксидные смолы. Классификация в зависимости от состава основной главной цепи. Карбоцепные и гетероцепные полимеры. Карбоцепные полимеры – это высокомолекулярные соединения, основная цепь которых построена на атомах углеродов. К соединениям такого класса относятся полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол. Гетероцепные полимеры – это высокомолекулярные соединения, в основной цепи которых, помимо углеродных атомов, содержатся атомы и других элементов, чаще всего азота, кремния, кислорода, фосфора. К ним относятся природные белки, целлюлоза, полиамиды, полиэфиры и другие полимеры. Какими же обладают физическими свойствами полимеры? Полимеры имеют высокую механическую прочность и легкость. Они химически стойкие по отношению к кислотам и щелочам, не имеют определенной температуры плавления, не растворяются в воде и в большинствах органических растворителях. Эти свойства полимеров применяются очень широко, и с этим применением мы с вами ознакомимся чуть позже. По строению полимеры делятся на кристаллические и аморфные. Кристаллические полимеры – это упорядоченное расположение макромолекул. Аморфные же полимеры характеризуются отсутствием упорядоченности. В зависимости от структуры полимеров, они имеют различные формы. Бывают формы линейная, разветвленная и пространственная. По форме же полимеры делятся на глобулярные, что в переводе глобулус – шар. Это полимеры, молекулы которых завиты в сферические клубки – глобулы. К ним относятся белки, гемоглобин крови, фермент желудочного сока. А также бывают полимеры фибриллярные, фибрилла, что в переводе волокно. Это полимеры, макромолекулы которых имеют линейные или слабо разветвленные цепи. Например, миозин, белок мышц, кератин, белок волос, коллаген и эластин, белок кожи. Как же мы можем получать полимеры? Существует несколько реакций получения высокомолекулярных соединений. Первая из них – это реакция полимеризации. Что же это за реакция? Это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярного вещества мономера в крупные молекулы полимера. На экране представлено уравнение реакции полимеризации, где из этилена можно получить реакции полимеризации полиэтилен. Полимеры, полученные в ходе аддитивной полимеризации, как правило, являются полимерами с линейной структурой. Из них можно получить предметы различной формы в ходе литья пластмасс под давлением. При этом методе расплавленный или размягченный полимер попадает в пресс-форму под высоким давлением. Литье принимает вид пресс-формы и после охлаждения выходит в виде готового предмета. Полимеризация этилена в полиэтилен является примером аддитивной полимеризации, поскольку мономер имеет тот же состав C2H4, что и мономерное звено полимера. Аддитивная полимеризация, как правило, требует наличия катализатора. Многие аддитивные полимеры получены при высоких температурах и под давлением свободно-радикальной полимеризации с использованием органических пероксидов РООР в качестве инициаторов. На экране также представлены вещества, полимеры, которые можно получить по данной реакции полимеризации. К ним относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, тефлон,
полиметилакрилат, полибутадиен, полиизопрен, полихлорпрен, бутадиен, стирольный каучук. Реакция поликонденсации. Это химический процесс соединения множества исходных молекул различного типа мономера в крупные молекулы полимера, где побочным продуктом является вода, спирт и другие вещества. На экране также представлено уравнение реакций поликонденсации. По реакции поликонденсации можно получить следующие полимеры: лавсан, капрон, нейлон, фенолформальдегидные смолы. В результате реакции карбоновой кислоты, содержащей две карбоксильные группы, с диолом образуется конденсационный полимер – полиэстер. Стоит отметить разницу между аддитивной и конденсационной полимеризацией. В конденсационной полимеризации некоторые атомы мономеров отделяются в ходе реакции в виде малых нейтральных молекул. В случае образования полиэстера такими молекулами являются молекулы воды. Реакция сополимеризации. Что же это за реакция? Это процесс образования высокомолекулярных соединений при совместной полимеризации двух или более различных мономеров. На экране также представлена схема реакции сополимеризации, где участвуют этилен и пропилен, и получается сополимер этилена и пропилена. Высокомолекулярные соединения имеют большое значение в производстве различных веществ, таких как пластмассы и органические стекла, синтетические каучуки, синтетические и искусственные волокна, пленки и декоративно-защитные покрытия, такие как лаки, краски и эмали. А сейчас, ребята, мы с вами посмотрим видео, где показано широкое значение и применение высокомолекулярных соединений в жизни человека. Макромолекулярные соединения всегда создаются природой, а мы сталкиваемся с ними ежедневно. Снаряжение туриста, картофель, который он ест, и древесина для костра в основном состоят из макромолекулярных соединений, образованных растениями. Достижения в области науки позволяют искусственно создавать огромные молекулы, называемые полимерами. Структура данных молекул не очень сложная, но тем не менее полимеры являются незаменимым материалом при изготовлении всевозможных вещей. Например, одноразовая посуда и садовая мебель, как правило, делаются из полимеров. А теперь, ребята, перейдем к закреплению пройденного материала. Запишите, пожалуйста, у себя в тетради уравнение реакции полимеризации этилена и пропилена. На экране представлен ответ реакции полимеризации полиэтилена и полипропилена. Следующее задание. Задача. Средняя степень полимеризации полипропилена равна 1300. Рассчитайте среднюю молекулярную массу полипропилена в данном образце. Решение. Рассчитываем молекулярную массу пропилена, она равна 42. И после этого подставляем наше значение в данную формулу. И отсюда следует, что молекулярная масса полипропилена равна 42 умножить на 1300, она получается 54600. И в заключение, химия полимеров находится в состоянии непрерывного развития. Открываются новые способы получения полимеров, расширяются наши представления об их тонкой структуре, развиваются методы модификации и создаются принципиально новые материалы будущего. Спасибо, ребята, за внимание. До новых встреч!